В Кару их можно без походки залететь? В Кару 10, да. И Иг 10. Да, но сюда-то ты не залетишь без проходки. Речь-то об этом идет. Так. Получается, нам нужен Эршан и какой-нибудь РВД. У нас Эрдру есть в четвертой пати. Эрдру, да? Еще один, по-моему, Хелмук. У него тоже проходки не было. Не ты один так делаешь. На старте сбора так писать. Я делал так. Вот они заходят и сразу ливает. Он спрашивает, почему два слота? Да вот ливнули только-только. Ну, мы взяли совуха еще по надо. Мне что бафать? На паладине или чё? Ты уже раскидал бы баф? Да, ассист. Полок 228. Элим 226 пишет еще. Да, что-то тоже видел. Если у кого-то недокап меткости, пострадают прям сильно. Каски ты отдал. У тебя, Андрюха, МП5 скачано? Я воздержусь. Ну, шаманусом он не применяется. Ищи другого. Аспект такой себе. У меня, в принципе, танк такой себе. Заебись. Больше на масса огром, блин. О, а вот на квадратик это уже босс, да? Да, тут есть ГДК, я, например. Так что нормально. Здорово.
Ребят, я масло забыла взять, я успею слетать? Тут таракан я один, я так не могу играть. Мне просто банки дают. Опять их мне. Конь. Это очень. Пишется. Нет, ты должен этот обычку поставить. Он говорит, а чё кикнули, в дис пока заходил. Либо проходки нет, либо когда он не сумуется. Там было нельзя было применить к этой цели. Шам, слышишь? А то давайте кому? Кого держать? Ты десятку княжин прошел. Если не прошел, то не зайдет. Окей. Да нет, этот шаман другой. Который это, блядь. Black Row. Лировий, блядь. Суманите обратно, пожалуйста. Скажу, Войт, как мы убили, мы даем спула Геру, на Кроша кидает проклятие косноязычества, Олма убиваем под Геру, потом убиваем Кроша, а потом двух остальных, а потом босс. Но мы так делаем. Тут у Лока какие-то проблемы. Есть кто с телефона сидит? Можете объяснить человеку, как там снять это? Что именно? Не знаю, не слышит или не может говорить, она не понимает. Там, получается, в настройках надо посмотреть, у нее может по кнопке только работать. Потому что там бывает телефон. Она не может говорить, или он, то, что режим рации не включен. Надо в настройки зайти, включить режим рации, только так будет. Можно говорить. Да, либо оно бывает нормально и по голосу работает, но не всегда. Иногда еще Discord багается, если роль не дать.
то слышать человек ничего не будет. Не, он перезаходил уже. Еще у некоторых тут отключены микрофоны на сервере. Она... Он слышать не может. Не говорить, а слышать не может, да. Там вон чел в переговорной висит, Хопик, которого позвали. Так, а это, по поводу того, что слышать не может, что надо сделать? Пусть попробует перезайти полностью. Попробуйте, чтобы она полностью перезашла с Дискорда. Вот сейчас она отключила микрофон и наушники. Она сейчас точно не услышит. Дилька вроде, как я поняла. Лианочка, ок. Но у нее микрофон отключен. Напишите. Вообще, то есть. Она слышать не может. Она говорит, слышать не может. Чего? Вот сейчас слышишь? Нихуя не знаю, кто это. Роль в Дискорде просто дай. А можно нам, ну, сделать милипачку и туда Энха запихнуть? Ну да, у нас Энха есть, кайфули. Да-да-да-да-да.
холмах тебя, да, напуливать? А этот вопрос есть. Еще когда этого короля я буду танчить, когда он крутится, начнет мне не отходить, да? Да, что-то пробивает, пиздец. Нахуй убила. А я же под баблом дает или нет? Гера потом отдается. Диспелить надо было, диспелить. Он один? ХП, гимн на ману, пожалуйста. Маны вообще нет. Надо другой сделал. Может, под хилов герой убило, я фулл шип пробегал, поэтому хилов убило. У него просто ник другой, он сразу не понял, что его позвали. Ну, он вот сказал хоббик. Чё по Гере у нас? Гера будет вообще? Ну. Я по нему дома почти не шел. По точку. Это слава хилы и вывезли. Ну, успели поронять и хилу. У нас 3 хила за этот умерло.
Тортик Наполеон. Для фрага атакуйся. Не, Наполеон. Наполеон, заебись. А у тебя личка отдельно как-то высвечивается? Потому что я тебе иногда пишу, ты минут через 20 то ли видишь, что ли? Нет, в игре, в игре. Я тебе писал пулом еще про вот. Ты вынеси отдельно. Геру-то дайте. Геру-то дайте. Секунд. Я тебе Роману дал. 15 секунд залгало. Заебись. Зачем мне тебе? Да ладно, весь потом. Не, мне не знаю. А у них другой баф, который перекрывает истерии, поэтому я стал. Я Фурик. Фурик. Я все прожимки отдал. Отбегать будете? Две секунды. Максимально стоп. Да, он пишет, что хил. Вой, да скинешь потом ДБМ? Я скачал какой-то, он не работает для 3-5. Крест первого. Я крест беру. Ну, я крест беру, череп. Да, ебать. Охуенно. Охуеть. Охуеть. Так, а тут ролл будет или что будет? Сейчас Тёма скажет консулут. Тут будет жестко. Тут будет жестко. Интересуется. Мак. Да, да. Можно не надеяться, короче, на этот поезд, правильно? На этот поезд можно не надеяться.
Кстати, можно столик у магов попросить? Самое заебись, когда ты одеваешь людей, а потом сам себе покупаешь. Т4 донатишь, еще какую-нибудь. Вот это заебать. А ты как думал? А ты как хотел, Тёма? Людей надо одевать. Угу. Проход. Проходки людям делать. Мы тут сколько только не, блядь, сколько раз ругались из-за этого. Ну, не ругались, а... Блин, не допонял. Отверни, Трейд, отверни. Но Менкс говорил, что его сегодня не будет. Тотик меня и Ник, короче, заебал. Никому не нравится Тотик. У меня не Тортик. Тортик там, а не Ник. Тортик всегда проще. Он, кстати, насчет ИПГП, ты сказал вкачать ИПГП и чё? И вот сейчас с гильдейским будут ИПшки начисляться или пока нет? Конечно, конечно. А вчера про него накрыли Зольду. А Зольду уже накинули или нет? Кто был, да, накинули, конечно. Можешь посмотреть, у тебя в офицерских заметках есть. Не видно. Скрыто же оно. Ну, значит, скачай аддон ЕПГП. Ну вот, я скачал, у меня по аддону... У всех по нолям, и только по 100 ГП у вас все у меня показывает. Ну, я тебе говорю, я вчера был в Ульде, но у меня... У меня тоже 0 стоит. Оно в любом случае все это фиксируется. Дается это массово на тех людей, которые были в бред. И ПГП аддон вам нужен только для того, чтобы просто тупо посмотреть, где вы и как находитесь. Это все. А как открыть этот аддон, а не ебу? Флэш ЕПГП. Да не интересно просто, что забивать там. Флэш ЕПГП. Да, конечно. Я понял, как у нас котик.
Ну, он спрашивает, кто им ты. Еще чуть-чуть подробностей. Смотрите, стоим левая, правая нога. Завал под левой, перебегаем на правую. Завал под правой, соответственно, перебегаем на левую. Если вас притянуло и откинуло, и непонятно, где какой пати, просто рейдж между собой наберите и все. Также у РДД будет тоже завал. Мы, если что, мелики за звездочкой, да, бегаем? Это просто ориентир. Я тоже могу затупить. Больше года не был, плюс я тупой вар. Поэтому, блядь, это такое... На меня кинешь истерию? Террормен, возьми меня в таргет, запомни цель. Рейндж. Рейндж 10 подпишите, если кто-то может, и все. Букс. Завал 5 секунд. Два хила паду. Эйр есть один. Я уже поняла. Завал 5 секунд. Уже кинула собаку в боку. Уже истерия будет. Завал. Правую ногу перебежали все. Как-то очень плотно стоите, честно говоря.
Она ж никого не слышала вроде. Притянула всех. Так у ханта есть отпрыгнуть. Направо все, правая нога. На тебе висит моя частица. Да. Галдририя, Галдририя. Под левую ногу, под левую. Он сало просто кидает, и это... Пока стоишь тогда. Он типа, в принципе, сало кидает, и надо просто отойти подальше. Рога левая, правая нога, не надо бегать. Роман который. Чё завал на правую ногу все? По Геру спрашиваю. Отверни на, налево, налево отверни. А, все, все, все. Не надо, не надо. Под левую ногу все. Меня нахуй убило. Ввязываю со своей истерией. Да он и так хорошо дамажит. Да. А ты походу не мне дай истерию. Не, притяжка. Кто-то в ноге стоял, походу. Вроде никого рядом не было, хуй знает. Я там спрошу, да, этот, если есть тапки, то может просто тапки прожать. Я понимаю, там люди не любят бегать.
А он не встает. Тойтик, меня слышно? Рыбку сядьте покушать в луне. Тойтик. А ты еще даже не материшься. Тойтик. Давай тогда ты будешь на меня истерию кидать. Тёма, Артём. Может, скинемся, Андрюхе ник изменим? Так... Блин, вчера... его три раза резали, он встал и пошел. Я вчера чувак, я тебя покусаю. Я с тобой. Истерия нихуя не даст. Чем вам мой ник не нравится? Чтобы выговаривался легче. Ну, только... я не могу выговорить свой ник еще дальше теперь. Это не мои проблемы. Кто там истерию просит? Я прошу. Я плюсанул. Ну давай, давай. Просто на прошлом этом не кидалось. Вот, мне тогда кидай на ханта. МК дать надо, да? Давай на ФДК. Сейчас я спекну. Конечно, маг без МК это не маг. Халява. Так, кому кинуть надо? Хармоду кидай, он хотя бы эти бутыльки пьет. Так, сейчас я найду его. Так. Террормен, меня слышно? Хармода, да? Да-да-да, слышно тебя. Поставьте локи кто-нибудь, камушки. И вообще, в принципе, когда заходите в МК, ИСС должен сразу раскидать там по делам еще. Зачем это обговаривать? Террормен, ты меня слышишь? Оказывается, он же здесь. Он, давай в этом спеке тогда похуярю, попробую. Я переспекаюсь лучше обратно. А понятно. Сейчас Тёма чуть не шотнул. Я не могу остановиться, кстати. Да-да-да. Сальву. О, по локу дайте. А так... Все хорошо начиналось. Кинь нахера себе звездочку, если сможешь. Ты зачем? У тебя фрейм очень большой.
так. Да, Фауст, если ты просил истерии, ты бы подошел далеко от меня. Давай, на меня кидай. Я с тобой в одной памяти. Все по себе. Пошел. Все, Фауст, поздно, меня отдали. Хорошо, как понять? Ну, я ухо одно буду слушать. Блин, прохил. Я тоже смотрю. Что за так? Что понять не могу. Сосредоточиться, чтобы... Суету навел, короче. Очень сложная тактика. Мы команда. Террормен кинь по ФДК на пул. Вот и жадно. Постоянно делись. Левее отверни. Да, все. А зачем? Зачем? Там была дровая нога, свобода. Почему? Там два завала, под левый и под правый был. Да я стоял под левый, уже перебежал. Ну везде еще. А, бля. Сколько до удара звезды? А вы магик кого уже убили? 10 секунд. Секунд. Прыжка ебаная, но. Мелики, в один кемп встаньте. Право. Хочешь поверни. Мерить? Поверни вправо, блядь. Кто-нибудь. Спасибо. Да, у нас фул заварен был. Он дохлый. Угу. Под правую ногу все. Тёма, Америка? Я не достаю до него. Мне меня закидало. Не прохилили. Нет. Сейчас бегаем. Под левую. Мы с Хилай упали.
А нету БР? Вроде не похоже, меня именно шотнуло. Близко никого не стояло. Шатл. Подлил. Медленно не мота. Нихуя не вижу. А чё меня сходу прям в камни выкинуло, блядь? Можно сакр бабл дать. Прожал. Направо. Направо. Мета, не мета, не мета, не мета. Готовьте какие-нибудь частицу запоя. Я в море. Уже. Пиздец. Не мета, не мета, прожмись, прожмись, прожмись. 400 тонн добивайте. Катьте его. Да-да, побеги танк, просто на ком агро побеги. Лучший. Лучший, тупо лучший. Красавцы, бля, красавцы. Данил, ты далеко стоял, поэтому аура до тебя не доставала, если ты про это. Миликом вообще сегодня фартанул. Шоу, ему сразу минус 20-30, я не знаю сколько крова, он ему вообще похуй. Он прям под завалом стоит и похую человеку. Я говорю, влево, право, он стоит, там один бьет и по итогу умирает. Подтверждаю, пацан не очень. Мне так рассыпали завалы под боссом, по три завала, блядь, было. Куда не пойдешь, завал. Потому что ну, все стрейфятся, бегают. Вот у тебя левая нога, под ней завал. Ты перебежал под правую, хорошо, под ней тоже завал. Еще чуть-чуть, блядь, правее. Не, тогда... Нахуя ты стоишь, блядь, между этой и между так, этой? Так, поставь пауэрборд, Долоран, я полечу на сумму. Да, я мертвый лежу. Бред, блядь, какой-то. Поднимите, поставлю. В шатрат лучше можно. А завал он, кстати, выбирает какой-то определенный таргет, под него закидывается, или просто рандом вокруг босса? Просто рандом. А. Ребят, вам починиться надо? Если у тебя под левой и правой ногой, ты просишь просто, чтобы его чуть-чуть развернули. Босса развернули, у тебя одна из ног, блядь, освободилась, ты становишься под нее. Все, весь хуй до копейки. Террормен. Так, кому куда надо? Сейчас. Шатрат. Сейчас, подожди еще. Вот, ролить после магика будешь, правильно? Пока люди летят, нужно отойти в туалет быстро. А после магика чё? И коня? Своих доберем на магик? Своих. Я куда вообще дал порт, ёба? Шатрат? Что-то заглючил. А куда отсюда? А там Мортал и маг еще хороший есть. Феррал и, это, и маг. А чё они на первый инст не пришли? А у них нету проходки. А там туда же на магик не надо вроде проходки? Нужна тоже. Если так, то же самое каражан нужно проходка. А, да. Плохо. Проходка все не нужна, только лететь, на каражан десятку и на их десятку. Просто лети за всеми, и всё. Террормен, можешь отписать? Я тебя плюсанул в личку. Можешь меня в запомнить цель взять? Я этот буду говорить, напуливать будешь.